Добрый день. Сегодня 31 июля 2023 год, Подмосковье. Смотрю начало яйцекладки, матки в 12-рамочном улье на рутовскую рамку. Здесь в начале июля была отсажена плодная матка в отводок. И выводилась матка на замен. Вот уже должна по срокам должна приступить к яйцекладке. Если яйцекладки нету, то нужно в любом случае давать контрольный сод с личинками, иначе семья может отрутневеть. Матка только приступила к яйцекладке, есть засев. Корпус, где матка работает, поставил на дно. Кормовой корпус вытащил, он больше тут не нужен. Поставил на дно. И второй, тут с кормовыми рамками, поставил пока через потолочину. Отсадка, что показала отсадка матки? Ну, по крайней мере, семья не голодала. Мед есть в улье. Учитывая, какой был июль, что в этом году взятка не было совершенно в июле у меня в Подмосковье. Вот. В любом случае, показала положительные тенденции, поскольку сейчас расплода нету, в семье только засев, и можно произвести обработку от клеща. То есть был создан безрасплодный период, и прервалось развитие воротозного клеща. То есть месяц клещу негде было развиваться. Часть этого клеща погибнет от старости, часть пойдет опять в расплод, если не применить никаких обработок. Вот. Но я планирую обработку произвести, то есть и по возможности, если будет возможность, эту семью перевести на другой точок, где, возможно, взяток в августе будет лучше, чем здесь. Спасибо за внимание. Продолжение.